Приветствую вас. Вы описываете страх болезни. Вы описываете вот эту вот тревожность, да, перед возможными заболеваниями. По общему правилу, данные моменты всегда или почти всегда связывают с болезненной потребностью во внимании. Я полагаю, что с учетом того, что вы болели, очевидно, и очевидно болеть вы продолжаете, я так думаю, ну, той или иной степенью, вот, то ситуация заключается в том, значит, что вам не хватает категорически внимания, вот, вам не хватает, значит, ну, именно вот внимания, да, вот, ну, от людей, вас окружающих. Вот. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что вы, вероятнее всего, со мной не согласитесь такой вот моей интерпретации этого. Вот, но я думаю, что как бы проблема основная в этом заключает ваш. То есть проблема заключается именно в том, что вам не хватает внимания. Это, знаете, такая вот история, связанная с истерией. Это вот очень похоже на проявление истерической реакции. Вот. В основе которой лежит потребность во внимании. То есть в неощущении себя, то есть вы не чувствуете себя важной, вы не чувствуете себя значимой, вот, и, соответственно, отсюда в вас появляется желание заболеть, чтобы привлечь к себе внимание людей. Вот. А в этом как таковом ничего плохого нет. Именно вот как, ну, как в таковом, в этом нет ничего плохого, но, тем не менее, вы здесь подменяете понятие, вот. А вы можете почитать, допустим, про истерию. Вот, вы можете ознакомиться с тем, значит, что из себя представляет, да, истерия и истерическая модель поведения, вот, и, соответственно, уже сделать для себя какие-то выводы, вот. Это, я думаю, вам будет делать несложно.
А дальше уже, я полагаю, вы вполне могли бы найти для себя какой-то приемлемый путь решения этой проблемы, ну, например, путь через координацию, допустим, своей деятельности, координацию своей, опять же, модели поведения, вот, направленную на удовлетворение естественной потребности во внимании, которое у вас есть. Вот. И дальше уже, я полагаю, можно будет что-то вам рекомендовать такое, более целенаправленное, более корректное для вас, ну, более подходящее для вас, скажем так, я бы так сказал, по крайней мере. Вот, в принципе, все. То есть, вот вы говорите, чтобы мы вам помогли, да, но помощь, как вы видите нашу помощь вам? Как вы ее видите? На мой взгляд, это очень важный момент, как вы видите помощь, как вы себе представляете помощь, вот. Потому что, чтобы психолог вам помог, ну, очень желательно пообщаться с вами, очень желательно поработать с вами, очень желательно собрать о вас базовую хотя бы информацию, вот, и тогда уже можно было бы приступить, собственно говоря, к психотерапии, вот. Это то, что я могу вам, опять же, сказать на данный момент. Вот пока что вы можете сами проанализировать то, насколько вы, например, удовлетворены своим социальным, скажем так, да, положением, насколько вы чувствуете себя значимым, как вами воспринимается вот то, что вы болеете. Я не говорю, что этому нужно радоваться, безусловно. Я не считаю, что этому нужно радоваться, что это вообще, ну, что это что-то позитивное, но тем не менее, я все же думаю, что если вы к себе прислушаетесь, вот, как следует, если вы к себе как следует прислушаетесь, вот, то я думаю, довольно быстро найдете, ну, причины, скажем так, своей реакции. Вот. Потому что они, причины, есть у всего, и ваша история, она не является исключением из правил каких-то. Вот. Просто нужно настроиться на работу, возможно, не ждать перманентно какого-то результата, да? Вот. И просто настроиться на
увлекательное такое путешествие по, ну, по исследованию себя, по исследованию своих чувств, своих желаний, вот, и так далее. Вот. Вы увидите, насколько это, в принципе, может быть интересно, насколько это может быть увлекательно и так далее. Вот. А, в принципе, я думаю, такой ответ можно вам дать. Именно такой ответ можно вам дать. А, на этом, я думаю, можно закончить. В принципе, можно было бы закончить мой ответ, потому что, в принципе, все основные какие-то вот моменты, основные детали я вам, в принципе, раскрыл. Вот. Осталось, собственно, дело за малым, а именно за вашим выбором дальнейшего поведения своего. Вот. Ну, в любом случае, мы вам будем рады помочь, если у вас будет такое желание, если у вас будет такая потребность, мы вам в любом случае будем рады помочь. Вот. Поэтому обращайтесь, вот, к любому из специалистов, к любому специалисту обращайтесь, вот, будем рады оказать вам всю необходимую помощь, вот. А если же вам мой ответ пришелся по душе, то я буду вам благодарен, если вы его сделаете лучшим, если вы сделаете лучше мой ответ, это помогает продвижению. Вот, так вы можете меня отблагодарить. Значит, я вам желаю всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена. Я надеюсь, что вы все-таки обретете гармонию, вот, перестанете бояться, ну, вот, принимать лекарства, увидите, что за этим стоит у вас, какая за этим стоит причина, вот, причина есть, безусловно, вот, я надеюсь, что вы это понимаете. И, соответственно, будете с этим работать, образно говоря. Вот. Я вам желаю таким образом всего самого доброго, удачи, будем на связи.